Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Вора. Итак, в прошлой серии мы с вами нашли змеиное ожерелье. Также мы положили пару монет на могил стража, так, для удачи, короче. И теперь нам нужно найти собор и украсть глаз. Помимо этого всего, нам нужно с вами еще добрать 2000 монет. Так, окей. Вы написали в комментах, что в принципе серия может быть такая не длинная, коротенькая. Вот, потому что мы в принципе уже почти дошли к собору, но я, если честно, не знаю, где он, но раз вы говорите, что почти дошли, значит, где-то недалеко. Окей, давай-ка я сейчас посмотрю вот здесь, что. Я ж так и не смотрел, что здесь находится у нас. А здесь у нас... Оп! Ух ты! А да ладно, 2000 мы набрали. А, ух, как шикарно. Хорошо. Так, я думал, 2000 доберем, когда глаз украдем. Здесь какой-то позвоночник, кто-то... А, судя по всему, это был молот. Хамерит, скорее всего, да? Потому что, смотри, видишь, молот расфигачен. Ну, окей. Ну, допустим. Ладно. Так, стрелу я забираю. И, собственно, там мы с вами все. Смотри, погоди, я туда залазил. Тут залазить-то нечего, да? В принципе. Тут, в принципе, да. А чё, вообще нельзя залезть? Вообще, походу, нельзя залезть на эту штуку. А что ты не прыгаешь-то, Гаррет? Ноги сломались? Да. Он просто, короче, застревает в этой херотине и все. Ладно. Идем с вами сюда. Мы не были вот здесь. Мы чуть-чуть прошли и как бы вернулись обратно, чтобы там, типа, сохраниться. Вот. Здесь мы взяли с вами... Так, погоди, вот сюда я залазил, нет? Посмотреть. Может, что-то еще лежит. Потому что 2000 это не предел. Ай-тять-тять. Надо меч убрать, потому что слишком медленно он с мечом ходит. А вот сейчас должно, наверное... О! В принципе, а зачем туда прыгать, я не знаю. Он скатывается с этой херотени. Вдруг, ну, может быть, что-то лежит, хотя фиг знает, хотя навряд ли, я думаю. Зачем, правда, сюда? Это может от кого-то прятаться, если засекут. Хотя я вообще не знаю. Ничего нет, да? Ладно. Хорош херней мается, пора искать... Собор. Олдейл. Такой улицы. А, вот Олдейл. Понятно. Вот она, улица, типа, вот это вот собор получается. Окей. Вон что нашел. Вон что нашел. Кстати, мы здесь свет вроде как подали, да? Или он здесь был уже? А вот здесь темно. А тут светло, а там темно. Здравствуйте. Ладно, окей. Звук, да, слышал какой? Привидение, что ли? А вот и соборный, точнее, привидение. Так. Раз тут привидение, давай-ка попробуем, может, огненными стрелами их. Точнее, его загасим. Да ну. Да ну. Отлично, он прям... Он тоже косой, как и я. Ой.
Черепком чуть меня не это не из-за того. Отлично, хорошо, загасили. Бляха, там наверху, смотри. Хорошо. Типа снайпер, короче. Фу! Я думал, попадет по мне. Так, три, короче, стрелы огненные в привидение, и он труп. Ну, как вы писали на время, да, труп? Смотри. Это собор хамеритов получается, да? Молота. Так, что у нас здесь? Ага. Ништяк. Ой. Че огненный? Кстати. Не зря здесь огненные лежат, потому что... Скорее всего, так и подразумевается, чтобы этих призраков мочить, нужны огненные стрелы. Хотя, я думаю, и святая вода тоже подойдет. Да, что там, ничего нет? Ля собор! Ля собор! Смотри, какой! Найди способ попасть в собор и укради глаз. Нам еще надо в собор попасть. Что-то тут. Ну, тут походу какая-то битва была, да? Бойня. Так, что это? Ну это огонь, да? Поджигать что ли надо или что? А, может стрелы положить? Погоди. Огненная. Это, наверное, вода. Земля. Маховая, может быть. И... А ветер тогда что, простая? Ладно, сейчас разберемся, что здесь написано. Предостережение. Это место находится во власти великого зла. Она больше не принадлежит человеку. Двери запечатаны, чтобы защитить нас от того, что за ними. Не задерживайся здесь. Гадя, а мы, может, отмычкой? КЗ, ладно, давай пошаримся еще. Просто так нас не пустят. Может, окно разбить? Тут реально битва какая-то была. Лишь мечи, сломанные там молоты. Ничего не нажимается. Ветер такой. Ну такой, знаешь, атмосферное. Прям перед собором, знаешь, вход такой атмосферный. Я думаю, сам собор он не менее атмосферный будет. Так, ладно. Как же попасть туда? Тут еще нет. Не пропустить бы что-нибудь. Может, что валяется, может, ключ какой валяется. А, во, смотри, окно. Это что? Ага. Смотри, окно. Там окно, короче, разбито. Вот мы, в принципе, и попали туда, куда нам надо. Вот пришел человек спасти меня. Бедный человек. Хранитель запечатал двери, и только они знают, как открыть ее. Пересеки мост и войди в грот стражи-хранителей. Стань на постамент и освети статую огнем. Тогда откроется тебе секрет талисмана. Вот это вот. А чё я... Почему бы, знаешь, просто вот не залезть... Смотри, сколько там этих скелетов ходит. Почему бы не залезть вот так...
Я, короче, прочитал, потому что непонятно, что он там говорит. Я даже не понимаю. Он вроде по-русски говорит, но непонятно, что. Так. Почему бы не пролезть, да, и... Такое ощущение, как будто глаз можно вот на этот молот встать и на вытянутой руке достать, нет? Ладно. Так. Следуй указаниям глаза для того, чтобы понять, как попасть в собор. Вернись по мосту в грот хранителя стража. Встань на пьедестал и освети статую огнем. Тогда ты сможешь узнать тайну талисмана. Так, погоди. Вернись в грот хранителя стража. Грот. Грот. Это там, где могила, нет? Ой, смотри, огненные стрелы. Пропустил все-таки. Грот. Скорее всего, это... Так, мне нужна будет огненные стрелы, чтобы осветить, да, статую. Я так предполагаю. Грот, грот, грот. Где этот? Пройти через мост? А, ну да. Смотри, мы же сейчас там через мост будем проходить. Мы пройдем через мост. И к этому... могиле туда стража, да? Там же могила стража. Вот смотри, через мост. Так, через мост я прошел. И идем. Идем. Так. Погоди. Через мост я вот прошел там. Мы идем. А какая статуя? А что светить там надо? Не, погоди, это не то место. Там кроме надгробия ничего нет. Мост, смотри, здесь еще мост есть, да? Вот. Смотрим, ищем статуи, короче. Какую-то статую, где нужно зажечь факел. Вот еще мост. Еще на пьедестал какой-то встать надо. Видите, ну тут нет ничего такого больше. Ладно. Вот и мост. Тут нет никаких... Надо в грот какой-то попасть. Тут мост. Так через какой мост-то проходить вообще? Тут мостов целых три штуки, наверное, 3-4 штуки. Ладно, давай, идем дальше, короче. Мы пройдем еще раз по вот этому мосту. А ну-ка. Не вот это ли мост? Это же тоже мост считается. Мост... Вон статуя. Ага, вот статуя замочная, да, скважина прям нарисована, ключ. Факел, окей. И пьедестал, пьедестал вон там. Так. Вернись по мосту, встань на пьедестал и свети. А, ну просто встать на пьедестал, окей. Надо, короче, перепрыгнуть снова. Опять не буду там плавать, короче, я так. Вот так, хорошо. Так, пьедестал. Хорошо. И огненная стрела. Погоди-ка, огненная стрела. Бляха, я не вижу там. О! Хорошечно!
Так, и откроется там какая-то это, да? Листал, узнаешь тайну талисманов. Какие-то талисманы. Талисманы, наверное, это вот эти вот статуи, видел, да, там, которые вода, огонь там. Туда талисманы надо ставить. Окей, сейчас мы возьмем талисманы и попадем с вами в собор. И украдем глаз. Ну туда я не пролезу, наверное, да? Статуя, смотри, разрушена. Здесь давно никого. Мне, что это место было построено хранителями. Но что они здесь прячут? Ого. И какой-то рычаг должен быть или что? Про рычаг мне никто ничего не говорил. Может, статуи собрать надо? А? Статуи собрать надо. Куда положить что-нибудь? Ну-кась. Тихо. А как я? Ну все, отлично. Так. Собака. По-любому ловушки, да? Смотри, вот эти кнопки. По-любому кнопки. Так. Где веревка? Делаю следующее. Тихо, мелодия такая прикольная. Делаю следующее. Да, ёпте мать. Допрыгну. Вон дырочка, смотри, оттуда что-нибудь выстрелило бы. Так, надо аккуратно. Ловушек, наверное, здесь. Уйма туча. Ух ты. Смотри, там окошко какое-то. Так. Сейчас проверим, что там за окошко. А, там фонарь просто. Так, а ключ подойдет, не? Так взломаю. Открыл? Хорошо. Хорошо. Так, вот эта кнопка по-любому. Надо ее перепрыгнуть. Окей, а тут что? Тут две двери. Бляха, он туда в середину вставать, я боюсь. Поэтому я пойду вот так вот по краешку. Ну и давайте, смотри, две двери, туда и туда.
Ну, давайте, наверное, по порядку. Охренеть. Это, наверное, это библиотека хранителей, нет? Смотри, ключ. Вот, наверное, один... А, ключ? Нифига не талисман, это ключ. Так, ладно, еще один ключ. Два ключа. Так, давай почитаем. Хранитель Андрус. Мы вздохнули с облегчением, услышав, что вы успешно сдержали разрушение. Именно для таких чрезвычайных обстоятельств мы хранили печати элементов в течение стольких лет. Мы поддерживаем ваше решение воспользоваться ими, так как опасность, которую вы описали, действительно смертоносна. Мы настоятельно советуем, чтобы вы тщательно спрятали талисманы, так как их обнаружение может привести к еще одной подобной катастрофе. Нас беспокоит, что хамериты настаивают на обладании двумя талисманами. Могут ли они быть уверены, что сохранят их в целости и сохранности? Нас заботит также и то, что ваши действия могут открыть правду о нашем существовании всему миру, чего мы никак не должны допустить. Во имя познания, хранитель Лукас. И... Хранитель Лукас, мы получили известие о ваших описаниях, мы понимаем их и всецело разделяем. Нам было нелегко принять решение о нашем участии в этом деле. Тем не менее, мы считаем, что у нас не остается иного выбора. Если Трикстера не остановить, он может уничтожить весь город, а также и нас. Мы прилагаем все усилия, чтобы скрыть наши действия. Я могу лишь надеяться, что у нас все получится. С почтением относясь к хамеритам и их обладанию талисманами земли и воздуха, мы верим, что они постараются сохранить их в безопасности. Во имя познания, хранитель Андрус. Окей. Так, мы знаем, что... Теперь мы знаем, что талисман кого там, земли и воздуха, да, находится у хамеритов. Окей. А где остальные? Сколько там? 5 талисманов? А где остальные 3? Окей. Судя по всему, я понял, что некий... Ну как некий? Я, по-моему, говорил уже, да, что я вычитал, что Трикстер это бог. Какой-то бог. Там, типа, войны, что ли. Короче, злое божество, короче. Назовем его так. Вот. И судя по всему, когда-то давным-давно Трикстер напал на этот город, что ли, я так понял, да? Вот. И. Или хрен знает, что не понял, не так. Короче, что-то связанное с глазом. Либо он хотел украсть глаз, либо у него был этот глаз, и он напал, короче, на город. В смысле? На город. Вот. А хранители победили Трикстера, получается, да, и заточили в собор глаз. Вот так, наверное. Или Трикстера самому заточили вместе с глазом туда. Вот. И запечатали, короче. Чтобы предотвратить продолжение катастрофы и либо новую катастрофу. Ну, я так понял, не знаю. Если неправильно, то, не знаю, напишите там в комментах свои предположения. Так, это что? На этой карте указано местоположение талисманов стихий. О! Только они могут открыть печати, помещенные на двери собора. Их расположение записано здесь на случай, если однажды у нас опять возникнет необходимость попасть в собор. Чтобы получить доступ в затерянный город, где хранится талисман огня, нужно использовать ключ от портала из библиотеки. Талисман воды спрятан в святилище, расположенном в пещерах под старым кварталом города. Талисман воздуха хранится у хамеритов, а талисман земли оставлен в братстве руки. Вот так, да? А, получается у нас талисман огня в затерянном городе. Туда нужно попасть, используя ключ, который я вот сейчас взял, да? В библиотеке, я так понимаю, портал. Тут портал, короче, открыть. Окей, талисман воды спрятан в святилище, расположенном в пещерах под старым кварталом города. Ага. Это у нас получается...
Ну, в самом городе, в старом квартале. Так. Талисман воздуха хранится у хамеритов. Ага. А талисман земли оставлен в братстве руки. Что за братство руки? Хамеритов, я знаю, это молот, да? Нет? Или братство руки это молоты? Хамериты это молоты. Что-то я запутался, короче. Ладно. А, ну мы так, видишь, покинуть развалины, в смысле. Я... А вот эти, да? Место предложения талисманов. Так, вода. Старый талисман. О, старый квартал. А, нижний город это ветер, да? Огонь. Эй! Короче, я думаю, нам дальше все расскажут. Окей, все, пройдено. Миссия комплете. Миссия комплете. Так, мы не покинули развалины, в принципе. Вот, статистика. Так. Час 42 мы убили, короче, на эту миссию. 2305 добычи из 2635. Ну, чуть-чуть пропустили, в принципе. Скрытых замков 18. 2 удара со спины. Я кого я ударил со спины? Не помню. Нанеси урона. Так, окей. Найдено врагом тел 2. Еще какие-то тела нашли. Так, убито 21, прикинь. Это, наверное, самое большее за всю игру, вроде как, да? Окей. Окей. Ну, на этом закончим, друзья. Продолжим в следующей серии уже следующую миссию. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.